Поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Но пока что до этого надо съездить на поиски кого же там, Хьялмара. Сделать задание владыка Ундвика. Дополнительное задание владыка Ундвика. Хьялмар, точно. Краха спросил, этого спросил. Ну все, а что еще надо? Руины Урскара. Барахлище где-то сбыть надо. Починиться, подготовиться. Сюда. Так, трофей-то надо скинуть в сундук. Барахлище какое-то Будь здоров. Ты и хапчик продать надо, чего его так много у меня тут лежит. Ты чужак. Думай куда. Интересно, такой ли ты крепкий, как будет? Чертежа. Это самый странный из них, но почти. Не жри столько! Это еще почему? Ну прошу. Thank you.
милости просим. Нравится мне. Еще бы. Когда... Почему она называется Новый Порт? На Ундвике у меня... Чем это у вас так вкусно пахнет? Вот теперь нормально. Спасибо, что уделил мне минуту. Ну от кузни по-любому ближе будет. Битвы. Они бежали в сторону пещер. Великан гнался за ними. Один из них споткнулся. Но успел встать, прежде чем на него напал великан. Еще след. Много здесь крови. Он определенно шел туда. Он шел в ту сторону. К
Кровавые следы ведут к пещере. Надо поискать другой путь. Надо поискать другой путь. Кровавые следы ведут к пещере. Великан попытался пробраться в пещеру, но, видно, передумал. Еще след. Тут довольно глубоко. Не разобьюсь. Чистый удар. Голова, наверное, далеко отлетела. Он сражался до конца. Ее зарубили. Должно быть вдвоем. Дружина двинулась дальше. Интересно, сколько их осталось? Ялмар потерял здесь много людей.
Ну давай! Зараза. Чистый удар. Голова, наверное, далеко отлетела. Ялмар потерял здесь много людей. Свод туннеля обвалился. Ну? Сколько? Мне еще ждать. Что, драться расхотелось?
В нее всадили пол колчана. Иди сюда. Эту рассекли пополам. Thank you.
Много старых следов. Великан, должно быть, часто туда ходил. Какая кладовка, такие и мыши. Чё-то я не помню, где тут. Thank you.
интересует. Будь здоров.
Интересно, не помню этого сундука. Спасибо, Белоголовый! Если бы не ты, мне бы пришлось гораздо тяжелее. Теперь нужно перевязать Лейфа. Эти суки ему чуть кишки не выпустили. Изо всей дружины только мы вдвоем и остались. А, кстати, может, ты не слышал? Я Хьялмаран Крайт, и я никогда не забуду, что ты помог мне в беде. Геральт из Ривии. Тот самый Геральт из Ривии? Из песни о чародейке и ведьмаке? Так ты еще жив? Как видишь. То есть, прости, я просто думал, это было очень давно. Отец рассказывал мне о твоих приключениях. И что ты делаешь на Ундвике? Что стало с командой твоего корабля? Сначала был шторм, потом эти проклятые сирены. У меня был рог Харнвала, чтоб их отгонять, но ночью он пропал. Утром мы угодили в засаду великана, и он перебил у меня половину людей. Арвида ударила скалу, Вигги посадил к себе за пазуху. Сюда нас добралось только четверо. Впрочем, если бы все шло гладко, сага об этом героическом походе была бы слишком короткой. Мне кажется, это неудачный поход. Нет, это боги проверяют, из какого железа я выкован. И скоро они это узнают. Меня прислал твой отец. Ты нужен на Артскеллиге. Это невозможно. Отец знает, что я не вернусь, пока не одолею великана. Ситуация изменилась. На Артскеллиге будут решаться судьбы всего Скеллиге. Выборы короля. Судьбы Скеллиге решаются здесь. Если я свершу это деяние, значит, боги предназначили мне быть королем. Другие кандидаты уже ждут в Каэртрольде. В таком случае надо торопиться. Пора выйти на бой с великаном. Ты со мной? Надо заняться твоим другом. Верно. Я сейчас его перевяжу. Я не это имел в виду. Он умер. Что? Нет. Он просто без сознания. Он потерял много крови. Он умер. Я в этом понимаю.
Он поклялся на костях своих предков, что погрузит этот меч в сердце великана. Пойдем. Тут у нас еще один корешок должен быть. Ну да ладно. Идем! Шире шаг! Хотя не, может, совсем и... как крах. Я его все-таки спасу. Скелет обглодан дочисто, но при нем что-то есть. Я буду ждать. Жди, жди. Там же я оказался. Вот тут где-то еще пещеры должны быть. Или не тут?
Значит, ты неправильно помнил. Вот он. Долго он держался. Вот он. Долго он держался. Он потерял столько крови. Думаю, далеко не ушел. Тролли затащили его в пещеру. Может, он еще жив. Лучник тоже был ранен.
тут варится? Готовите? Готовим. Эй, ты! Помоги мне! Вода нагревается! Тихо там! Мне нужен этот человек. Нет! Человек у Мордифа выиграли. В загадки. Значит, загадки любите? Ну давайте сыграем на человека. Если я выиграю, заберу его с собой, а если проиграю, сам прыгну в котел. Это хорошо. Загадки? Сейчас? Не булькай. Первая загадка. Много ест и много пьет. Ходит он большой и бьет. Тролль, ясное дело. Хорошо, тролль. Пусть говорит свою загадку. Пусть легким бываю я, словно перо, быть долго и троллю со мной нелегко. Человек обманул. Я выиграл честно. Глупые загадки. Перо. Троллю нелегко. Не пись-пись. Идти сможешь? Попробую. Пойдем отсюда. Все в порядке? Я теперь в жизни в баню не пойду. А в остальном порядок. Ты спас меня. Как тебя отблагодарить? Я ищу Хьялмара. Хьялмара? Мне тоже интересно, куда подевались и он, и вся дружина. Должно быть, что-то случилось. Иначе они той же ночью пошли бы меня искать. А зачем тебе Хьялмар? Крах прислал меня за Хьялмаром. На Ардскеллиге будут выбирать нового короля. И все ждут возвращения молодого Анкрайта. Значит, уже началось. Хьялмар — владыка всего Скеллиги. Думаешь, он не подойдет? Хьялмар безответственный, упрямый и никогда не слушает советов. Зато он отличный предводитель. Я с ним с детства дружу. С ним и с Керис. Керис тоже претендует на корону. Керис? Но она ведь... Она достойная дочь Краха. А что Крах? Поддержал ее? Позволил ей отправиться в шальной поход за подвигами? Он был не в восторге. Особенно от того, что Керис его не предупредила. Меня тоже. Куда она отправилась? С кем? На спикеровок. Одна. Одна? Зараза! Если бы Хьялмар... Ты не знаешь, она уже вернулась? Да. У нее все получилось. Хвала богам. Расскажи мне о вашем походе. Началось все, как в лучших сагах. С порядочного шторма. Парус мотало, как кусок тряпки. Потом, когда мы уже берег видели, нас окружили сирены. Будто поджидали.
Мы бы с ними справились как-нибудь. Но вот кормчий... Кормчий ошибся. Мать его ошиблась, что родила его на свет. Этот идиот наслушался сказок, залил уши воском и не слышал наших криков. Ну и влепил нас прямо в скалы. Несколько человек погибло, раненых пришлось вытаскивать на носилках, а сирены не отставали. Хьялмар трубил в рог, но мы подошли слишком близко к склону, и на нас сошла лавина. Редкое невезение, и что потом? Мы добрались до этого безумца с кораблем и в конце концов разбили лагерь у сторожевой башни. На минуту показалось, что все обошлось. Почему ты оказался один? Во время ночной стражи я увидел, как Эгнар Сфарер стащил у Хьялмара рог Харнвала, которым мы сирен отпугиваем, и выбирается из лагеря. Вот я и пошел за ним. Не знаю, что взбрело в его рыжую башку. Тысячу раз говорил Хьялмару не брать его с собой. Ну и что, удалось тебе его догнать? Да, в тех пещерах. Паршивец поднял такой визг, что накликал троллей. Я думал, что меня сразу сожрут, но меня сначала посадили в маринад. Сегодня решили, что уже пора. Тут бы мне конец и пришел, если бы не ты. Ты знаешь, где Хьялмар собирался искать великана? Говорят, у него логово в пещерах над деревней. Хьялмар решил, что туда лучше всего попасть по озеру. Виги помешанный говорил, мол, есть дорога получше, через шахту. Но никто не хотел соваться в лапы чудищам. Я уже узнал все, что хотел. Прощай. Подожди, я пойду с тобой. Ха. На счастье, тролли не пустили мой лук на растопку. Хорошо. Идем. Возвращаться домой. Дом укрытый дерном и корой. Ждут меня там сын и дочки две, и жена прекрасней, чем во сне. Я теряю силы, щит разбит, руки коченеют. Так что мне пора в мой дом родной. Дом, покрытый дерном и ко... Я знаю эту песню. Что ты здесь делаешь? Гляди, дружина. Еще один. А сколько раз я им говорил? Чего, Вильфред? Да,
ничему не учится. Этот хоть песню перед смертью послушал. Мне пора. Будь здоров. Пошла. Но. Геральт, помоги мне это разломать! Отсюда мы точно дойдем до пещеры великана!
Я прикрою тебя. Встану так, чтобы не упускать великана из виду. Все холоднее. Уже близко. Осторожно. Один неверный шаг, и ты его разбудишь. Выпустите меня, пока он не проснулся! Лично она где-то здесь. Нет, подожди. Ты знаешь, как называют Виги? Помешанный. И не без причины. Пусть он лучше посидит в клетке, пока мы не покончим с великаном. Анкрайт, ты сдурел? Я думал, это твой товарищ. Да, и поэтому я знаю, на что он способен. Выпустим его. В бою с великаном лишний меч не помешает. Даже в руках безумца? Я все слышал, Анкрайт. Выпустите меня сейчас же. Жди здесь, я найду ключ. Спасибо за помощь, брат. Теперь уходим. Ага. Но сперва убью его.
Завалим. Ах, и уебан ты, Вигги. А где остальные?
Спасибо за помощь, Белый Волк. Я позабочусь о том, чтобы скальды сложили песнь о Геральте, убийце великана. Хьялмар, убийца великана, звучит куда лучше. Это твой поход, и вся слава должна достаться тебе. Пожалуй, ты прав. Пойдем отсюда. Я хочу еще осмотреться. Тогда встречаемся на берегу, в гавани. Вроде и все.